Друзья, всем привет! Приветствую вас на моем канале. И сегодня мы будем подготавливать вот такого вот огромного карпа. Здесь в нем около 4 килограммов, 3 с чем-то килограммов. Будем подготавливать его для горячего способа копчения. То есть у нас вот карп действительно большой. Он уже у нас не то, что уже, а его называют почищенным. Это у нас зеркальный карп. Так, друзья, сейчас я быстренько его разберу на полуфилехе и включусь, чтобы вас не задерживать. Так, друзья, вот я разобрал карпа, вот поразрезал, видите, да? Сейчас будем его солить. То есть солить будут просто обычной солью поваренной, не йодированной, просто обычной. Вот так вот, да, засолю. И то же самое повторю с другой половиной. Сейчас засолю и включусь, друзья. Все, друзья, карп засолен. Оставляю его так на сутки. Позже потом его промою и час отмочу в холодной воде, друзья. Так, ну что я буду делать дальше, все обязательно сниму, покажу. Тут у меня нет нитритной соли, просто обычная поваренная соль. Друзья, ну и вот карп после засолки был помещен в холодную воду, где он отмок. То есть отмочил я его 1 час. Дальше я повесил его на воздухе свежем, там, где проветривается хорошо. Он у меня обветрился, видите, он не вялый такой, а обветренный. То есть, ну, в общем, сухой, чтобы была сухая поверхность. Сейчас мы это все обвяжем. Много кто спрашивает, зачем ты обвязываешь. То есть, друзья, у меня в коптильне просто нету решетки. Если бы была бы решетка, я бы его не обвязывал. То есть, если у вас есть решетки, то есть вы можете положить и спокойно, не переживая, что что-то сорвется, упадет на тену. То есть, если есть решетка, это хорошо. Но у меня решеток нет. То есть, на крючке я вот так вот не могу повесить, потому что рыба станет мягкой и она вся упадет. Сейчас мне придется ее обвязать. И будем выставлять ее в коптильню. Вот, друзья, обвязал я карпа. Видите, что здесь немножечко выступил жирок. Ну а так все. Он сухой, короче. Все сухо, все хорошо. Отправляем, друзья, его в коптильню. Коптить буду при температуре 80 градусов. Коптить буду на ольхе. То есть ольховый дым. Смотрите, кто неуверенный будет в готовности, да, рыбы, нужно взять самый, там где самый толщий кусочек. Если есть у вас щуп, нужно проткнуть туда щупом, чтобы внутри рыбы была температура 60 градусов. Если температура есть 60 градусов, значит рыба у вас готова. Все, друзья, отправляю в коптильню, включаю дымогенератор, включу уже, покажу, что же у нас получается. Так, друзья, вот и докапчиваю уже карпа. Давайте посмотрим, что там происходит. Коптился при температуре 80 градусов на протяжении 1,5 часов. Так, друзья, карп отличный, цвет бомбезный, очень все классно. Сейчас, друзья, оставлю немножечко на холодном дыме, чтобы карп был очень ароматным. Так, все, друзья, оставляю на холодном дыме. Итак, друзья,
прошло пару часов на холодном копчении. Фух, все, дымогенератор полностью выработался. Цвет, друзья, очень красивый. Вот, реально красивый цвет. С этой стороны. Все очень классно. Вот так вот. Ну, друзья, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пробуйте, делайте. Будет еще всего много интересного. Так, друзья, всем пока. До скорых встреч.